Всем привет! Я представляю, что сейчас начнется. На дворе 21 век, а ты используешь самопальные колышки. Ну, во-первых, учитывая точность и повторяемость размера, не совсем это и колышки. Это все-таки дюбеля. Во-вторых, я не собираюсь их использовать для бетона или для полнотелого кирпича. Для этого существует готовое стандартное решение. А вот для пенагазоблока, и тем более для пустотного кирпича, есть такой двойной кирпич, у которого внутри огромные полости. Для этих материалов нужно использовать специальные дюбеля. Конечно, такие дюбеля есть у известных производителей. Тот же Мунга или Фишер выпускает очень неплохие дюбеля. Но они достаточно дороги и не продаются на каждом шагу. А мне их нужно много. Использовать более дешевые дюбеля, ну, скажем, такого типа, я не хочу, потому что они не работают должным образом. В полостях кирпича этот дюбель должен складываться в виде клубка. Но, как правило, у него чаще вырывается шуруп, а складывание не происходит. Поэтому я применяю вот такие вот самоделки. Ну, как вы видели в начале, эти самоделки не очень просты. Во-первых, они имеют коническую форму. Здесь угол порядка 4 градусов. То есть ширина сзади и спереди отличается существенно. Почти на 2 мм. Во-вторых, я их делаю из пересушенной прямослойной сосны. Я специально держу некоторый запас для таких задач. Кроме того, в сечении этот дюбель имеет восьмигранную форму, причем основные грани шире, а диагонали немножко уже. За счет этого он хорошо забивается в круглое отверстие, причем иногда его даже не удается забить полностью, когда я его срезаю заподлицу. И еще одно преимущество деревянных дюбелей, в них не нужно попадать точно по оси. Скажем, если шуруп завинтится со смещением 1-2 мм, ничего страшного не произойдет, держит он все равно хорошо. А когда сверлишь в стене несколько отверстий в ряд, очень сложно, чтобы они были в одной плоскости. Для этого нужен кондуктор. Иначе бур может уйти выше, ниже. И тогда деталь, которую крепишь к стене, а в моем случае это план, на который я креплю полки, она не будет горизонтальна. То есть вот такая вот технология. Да, она трудоемкая. Да, она требует применения пары станков. Но при больших объемах результат прогнозируемый, цена невысок. Поэтому, кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. И встретимся в следующем видео. Всем пока!